Добрый вечер. На Щелковском телевидении «Диалог православия» в прямом эфире. И вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, благочинному монастырей Балашинской епархии, настоятелю Николу Бирюковского монастыря, игумену Евмению. Отец Евмений, добрый вечер. Добрый вечер. С постом всех. Да, с постом, с рождественским. Предлагаю передачу нашу начать с чтения Евангелия, да, со Слов Божьих. То этот отрывок будет читаться в воскресенье за Божественной литургией. Итак, это Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 17, пожалуйста. Послушаем Евангелие. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботный“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботный?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Итак, начнем с вами толковать. В одной из синагог учил он в субботу. Что такое синагога? Откуда она вообще взялась? Ну, синагоги сейчас есть во многих странах, в том числе и у нас синагоги присутствуют. То есть там, где есть верующие в иудаизм, ветхозаветные, так сказать, учения, там есть дом для собраний. Потому что синагога является всего лишь домом молитвенным для собраний, для общения, для толкования и поучения по Ветхому Завету. И в этих домах служба, вот как в нашем понимании, в православном, служба со священником, с бескровной жертвой, с прощением грехов, с таинствами. В синагогах этого ничего не совершается, потому что по ветхозаветной традиции и заповеди был лишь один храм. Сначала это была Скиния Завета, когда Моисей, пророк, ее по заповеди Божией создал для народа израильского, а потом уже построили ее, царь Соломон построил ее в Израиле, замену храм Соломона так и назывался. И это единственный храм на всей планете Земля, где иудеи могли побывать на службе божественной, принести жертвы за свои грехи, где было священство, первосвященник был. И те необходимые ритуалы, которые описаны в Пятикнижии Моисея, все вот там и совершалось. А в синагогах ничего этого не совершается, потому что они лишь дома для чтения Священного Писания. Сейчас, забегая немножечко вперед, да, откуда они вообще синагоги появились, сразу вопрос такой задам. Сейчас, то есть, Господь ходил в синагогу, и нам сейчас, православным христианам, не стоит туда ходить. Ну, так как у нас уже другая эпоха, да, мы уже живем в эпоху Нового Завета, то мы ходим в храмы, в которых приносится уже жертва, божественная, бескровная жертва за наши грехи, где уже есть священство, которое законоположил через апостолов сам Господь. Священство не ветхозаветное, а новозаветное, хотя много есть того, что взято нашей церкви, из Ветхозаветной церкви, из храма Соломона, то есть там и семисвечник, и святая святых, и трапезная часть храма, и жертвенник. То есть это все взято из завеса, все это взято из Ветхозаветной церкви. Но это из Иерусалимского храма. Из Иерусалимского храма Соломона. В синагоге нету ни алтаря святая святых, ни жертвенника, ни престола, ни завесы, ничего. Там просто помещение прямоугольное, да, где можно зайти, сесть. Посредине стоит кафедра, на которой читается Пятикнижие Моисея. И потом оно обсуждается, какие-то поучения. Кто-то говорит, причем каждый из
присутствующих может что-то свое высказать, свое мнение по прочитанному кусочку. Именно поэтому, да, как раз и Господу давали. Вот. И, соответственно, да, и Господь сам был такой момент, когда он сам зачитывал и говорил, что это сбылось. То есть вот он читал одно из пророчеств о пришествии Мессии и по прочтении сказал, это уже сейчас сбылось. То есть он о себе прочитал. Дух Господень на мне, да? Вот. Да. Я сейчас точный текст не буду приводить, потому что... Пророческий да? текст, да. О пришествии Мессии. Вот. И, соответственно, также могли читать любой из пришедших в синагогу иудеев для того, чтобы поучиться, послушать и, может быть, кого-то поучить, что-то свое мнение высказать. Повторюсь, это не храмы. Синагоги – это не храм. Там нет священников, там нет жертвенников, престола Божьего нету, святая святых, алтаря, как было в храме Соломона, в который Господь тоже ходил, и в котором Богородица жила до 15 лет. С 3 лет до 15 она жила в храме Соломона. То есть вот это надо четко понимать. И этот храм был отнят у народа израильского после того, как они Христа распяли, отринули Мессию. Над ними совершилось пророчество Моисея, пророка, который также написал в своем Пятикнижии, что если ты, народ Израиля, отречешься от Мессии, то у тебя отымется и храм, и государство, и будешь ты таким рассеянным народом без государства, и над тобой будут все насмехаться, как над тем, кто вот, от Бога отрекся. Собственно, это и совершилось. 2000 лет у народа израильского не было государства, а храма у них и до сих пор нет. И они делались попытки, ну, прямо при римском императоре Юлиане отступнике, евреи испросили у него разрешения, и он даже им в чем-то помогал, и попытались восстановить храм Соломона в Иерусалиме, но ничего у них не получилось, Господь это все разрушил страшным знамением, то есть гроза была, молнии били, и все это разрушилось, все, что они там построили, все это просто было разрушено Господом. После этого чуда такого они уже не дерзали восстанавливать храм Соломона. И вот, повторюсь, до сих пор евреи молятся, но мы все знаем, что стена плача есть такое, да, место. Так вот, эта стена, это даже не стена храма, это подпорная стенка площадки, на которой стоял храм. То есть это просто, ну, техническое сооружение, которое ограничивало территорию храмовой горы. Вот там они сейчас и молятся. И больше ничего. С точки зрения церкви, что вот сейчас события происходят, да, там война вот эта в Израиле? Но есть такое мнение, что это, так сказать, один из шагов к приближению того, чтобы восстановить храм Соломона на храмовой горе, где сейчас на месте храма Соломона стоит та самая мечеть Алякса, которая с золотым куполом таким. Если вы смотрите на фотографию Старого Иерусалима, то там прям ярко видно такой золотой купол. Это вот мечеть мусульманская. Она стоит на том месте, где раньше был храм Соломона. Естественно, чтобы построить иудеям храм Соломона, им надо эту мечеть снести. Конечно же, мусульмане, для них это святыня на уровне Мекки. Никто из мусульман это не даст сделать. И поэтому вот эти вот военные действия – это как один из таких шагов к тому, чтобы, ну, как-то вот все-таки этот вопрос решить, чтобы им удалось все-таки снести мечеть и поставить там храм Соломона. Но никаких, так сказать, возможностей пока у них нету, потому что все это очень все сложно, трудно. Ну, а по нашим пророчествам мы знаем, что когда будет построен храм Соломона, восстановлен в Иерусалиме на месте мечети мусульманской, то в нем уже будет провозглашен антихрист. То есть это одно из знамений конца света. Поэтому слава Богу, что это не совершается до сих пор. Вернемся к синагогам. Вообще история неизвестна, как они появились?
Ну, дело в том, что раньше народ израильский жил исключительно в своем государстве, Израиль, и раз в год каждый из израильтян должен был приходить в храм Соломона для принесения жертвы. А дальше они начали рассеиваться. Было и вавилонское пленение, были и другие войны, были просто торговые какие-то связи. И иудеи были расселены, можно так сказать, по всей Римской империи во многих городах. Но так как по закону храм может быть только в одном месте, в Иерусалиме, то в других городах были построены дома молитвенные, их назвали синагогами. Руководили, как вот мы и в Евангелии читаем? Ну, был начальник синагоги, который архисинагог, там в Евангелии так это написано. Это одно и то же архисинагога? Да, это синонимы, да. Начальник синагоги, который управлял синагогой, который там открывал, закрывал ее, который организовывал чтение, и там какие-то наверняка были заранее оглашены моменты организационного характера, что будем собираться в такой-то день, будем читать то-то, то-то, то-то. Ну, то есть это как бы естественный процесс организационный. Властью он тоже какой-то обладал, да? Он управлял синагогой, и он мог там пускать, не пускать, он мог там кого-то отлучать, да, кого-то отлучить от синагоги, что являлось для народа израильского большим таким наказанием, и даже мог приговорить к бичеванию, то есть за какие-то нарушения законов Божиих он мог вот выносить судебные решения по наказанию того или иного иудея. Это вот было в его власти, то есть он обладал властью, и в той местности, где он был начальник этой синагоги, он являлся очень уважаемым человеком. Ну да, и как вот в нашем отрывке, дальше мы о нем поговорим, да, вот начальник синагоги, он тут негодуя начал Господу, да, что-то там рассказывать. А вот сейчас хотел бы мне вспомнить, наверное, вот в таком вот ракурсе, да, то, что имел власть, имел такое положение, и мы вспоминаем тоже евангельского начальника синагоги по имени Аир, у которого дочь. И Аир, да, был такой, да, и Аир, у него... Помним мы из Евангелия, что у него дочь была при смерти, и он смирился пред Господом, пришел и просил его со слезами на глазах прийти. Насколько, да, могли его осудить за это, даже отлучить, наверное, ну, конечно же, если мы читаем, как относились и первосвященники, и начальники синагог, так как они подчинялись первосвященникам иерусалимским, как они относились ко Господу, мы понимаем, что если начальник синагоги о чем-то стал просить, умолять и веровать во Христа, то он, конечно же, пошел против фарисеев, саддукеев, первосвященников и других начальников синагог. То есть мы понимаем, что этому Иаиру потом трудно было жить в сообществе, в котором он сосуществовал до этого. Но он настолько любил свою дочь, что он пошел против всего этого и настоял на том, что «Да, Господи, приди», и мы помним, что девица была воскрешена. Ну, наверное, точно так же мы, да, то есть когда мы живем себе, живем, нам Господь не нужен. Ну, вот как у нас что-то случается? Да, мы вот по таким наблюдениям где-то около 90% людей приходят к Богу от скорбей, убегая, то есть кнутом, прибегая к Богу. И только 10% приходят к Богу пряником, по-хорошему, в поисках Бога, в поисках истины, в поисках смысла жизни. И вот это удивительно, почему, да, казалось бы, ну, каждый человек задумывается о смысле жизни, каждый человек рождается с душой христианкой, как один из святых говорил, по-моему, Тертуллиан говорил. Значит, каждый, видя чудеса, происходящие в этом мире, понимает, что они сами по себе происходить не могут. Это... Но невозможно по даже логике человеческой. И тем не менее, вот, чтобы прийти к Богу, нужен кнут. Как в той поговорке: «Гром не грянет, мужик не прикрестится». Поэтому и мы сейчас такие же, как и Иаир, пока кто-то у нас не заболеет, пока там кто-то не потеряет работу, пока какие-то семейные не начнутся неурядицы или еще какие-то проблемы возникнут. Вот только тогда мы вспоминаем о Боге, начинаем ходить в храм, молиться, креститься там и что-то такое вот и спрашивать. А пока все хорошо, так а зачем? Некоторые говорят: «А что мне Бога
По пустякам. Да, по пустякам отвлекать. У него, наверное, более важные задачи есть. А я-то что? И у меня все хорошо, не буду я к нему, я ничего. И это тоже грех. То есть мы не должны так обижать Господа, что Он нам все дает, а от нас ни слов благодарности, от нас ни общения с Богом, ни интереса к Богу мы не проявляем. То есть мы равнодушны. Не интересуемся, что Господу от нас надо. То есть мы равнодушны, да. Вот эта вот сказанная такая фраза в Апокалипсисе: «Ты не холоден, не горяч, поэтому я извергаю тебя из уст своих». Был бы ты холоден или горяч, то есть, ну, хоть что-то бы проявил, да-да, нет-нет. А вот ни рыба, ни мясо, вот эта вот теплохладность, да, совершенно Богу не угодно. И вот в такой теплохладности сейчас пребывают очень многие, к сожалению. Хотя, ну, как можно быть теплохладным, живя и пользуясь благами Божьими, которые Он на нас изливает постоянно? Да, вот, а Господи, это что удивительно. От нас надо, да? Он говорит: «Сыне, дашь мне сердце твое». Это первое. И второе, не каждый, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот, кто исполняет волю Отца моего. То есть мы даже очень часто многие в суе произносят имя Божие, и это тоже является грехом. И коверкают имя Господа. И коверкают, и даже какие-то смехотворства какие-то там, просто вплоть до кощунства начинают говорить. То есть мы, живя расслабленно, живя неосознанно в этом мире, мы, к сожалению, каждый день собираем на свою голову, ну, такие угольки горящие. И в конце концов это будет нам жечь нашу дурную головушку, и придется тогда прибегать к Богу со слезами на глазах, прося о прощении. Но здесь вот надо, на мой взгляд, лучше все-таки пряником, чем кнутом. Да, это не значит, что Господь, да, такой жестокий. То есть Господь единственное, что от нас хочет, спасение нашей души. Вот, и поэтому уже... Ну, я могу аналогию такую предложить. Вот если студент не учится в институте, а жестокий профессор его наказывает: почему ты не ходишь, почему ты не готовишься к экзаменам, почему-то... То есть он... Или как на войне, как говорят, да, тяжело в учении, легко. Да, легко в бою. То есть, но это же не жестокий. Жестокость – это необходимость обучения в институте, иначе ты потеряешь его. То есть ты вылетишь просто из института, и все твои труды, которые ты потратил на то, чтобы поступить, чтобы там отучиться какое-то время, там, может быть, второй, третий курс уже, может, четвертый, то все это на смарку пойдет. Поэтому профессор, он из любви призывает студента учиться. Так и Господь из любви. Сначала пряником, потом кнутом призывает учиться духовной жизни, стараться совершенствоваться. Для этого мы здесь живем. Не для расслабленной жизни потребителя, а для духовной жизни возрастающего внутреннего состояния благодати. Вот это надо, мы, так сказать, и должны этого достигать. Это надо ставить перед собой целью. Если Господь видит, что мы не ставим такой цели перед собой, то он, конечно, начинает подстегивать. Да, как есть такое тоже хорошее выражение, да, что в критической ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а опускается до уровня своей подготовки. Ну, стресс, он всегда проявляет прежде всего то, что у человека наработано на автоматизме. А, ну, смерть – это очень большой стресс. И там все, что на автомате мы умеем, вот, знаем мы «Отче наш», значит, мы во время смерти будем читать «Отче наш». Значит, если мы будем призывать имя Господа, да? Да, значит, мы будем призывать Господа, и Господь нам поможет во время смерти. А от смерти еще никто не избежал. То есть нам надо готовиться к этому стрессу, который впереди нас. И если мы это не сделаем на, так сказать, на автоматизме, чтобы это у нас там... эти слова молитвы Божьей из нас изливались, то во время смерти мы даже не вспомним об этом. Будет все, что угодно, все, что, так сказать, к чему мы привыкли. Там, кто в уныние, кто там, в какие-то другие страсти будет впадать, кто спивается, кто как пытается решить эту стрессовую ситуацию. Но и это все неправильный подход. Правильный подход – это искать помощи Божьей. И к этому надо себя приучать, тренироваться в течение жизни, чтобы это все потом нам пригодилось. Это пригодится. В одной синагоге учил он в субботу. В субботу, потому что они собирались, да, по субботам?
Ну, день субботний, он всегда по заповедям Божьим должен каждым верующим человеком быть отдан Господу. И для нас сейчас то же самое. Да, 6 дней мы работаем. Это одна из заповедей Божьих. 4-я, по-моему, заповедь, значит. И сразу перед... То есть она важнее даже чти отца и мать. Это 5-я заповедь. А 4-я заповедь – чти день субботний. 6 дней работы, а в 7-й день посвяти Господу, Богу твоему. То есть ничего делать нельзя. Надо только по этой заповеди сходить в храм, помолиться, сделать какие-то добрые дела. То есть что-то произвести не для себя любимого, а для Бога и для людей окружающих. То причем есть, раньше даже это каралось смертью, да, нарушение? Если брать ветхозаветный закон, то Моисей четко сказал, что тот, кто не чтит вот этот день субботний, да будет убит. И такие прецеденты описаны в Библии. То есть там человек просто пошел за дровами в субботний день, в 7-й день недели. Его поймали за этим деланием, привели к Моисею и Аарону, и они сказали, его надо убить за то, что он собирал дрова. Казалось бы, для нас сейчас дикость какая-то, да, но там все было очень жестко. Как за прелюбодейство тоже камнями побивали. За прелюбодейство, да, измену супружескую убить – это предписание ветхозаветного закона. Убивали, побивали камнями, выводили за место жительства в пустыню и там убивали. То есть все было жестко и четко, абсолютно отслеживалось. Поэтому это в израильском народе уже на уровне автоматизма, скажем так. То есть даже они это выработали. Войско себя даже не защищало, на них напали, да, Был такой исторический факт, когда, да, действительно, были военные, так сказать, действия, и внешние враги нападали на иудеев в субботний день, потому что знали, что им нельзя ничего брать в руки, ничего делать нельзя. И их просто, так сказать, совершенно безответных убивали, их, и жен, и детей, и все. И что самое важное, люди настолько веровали и чтили субботний день, что они не брали в руки оружие. Они видели опасность для жизни и говорили, мы отходим ко Господу в послушании Ему, Его заповеди. Поэтому так вот ревностно очень относились вот эти все фарисеи, потом, которые, конечно, обличал Господь, да, но они вот... Этот вот законнический дух, он, конечно же, несколько исковеркал первоначальную заповедь Моисея, которую он вложил-то в эту... Господь вложил в эту заповедь дух любви к Богу, дух любви к ближнему, да. А фарисеи, первосвященники выхолостили все это, и получилось просто не должен ничего делать, сидеть просто и все, и бездействовать. Да? Вообще с приходом Господа многое что изменилось, да? То есть Господь принес нам Евангелие любви, ведь все, что раньше было, тоже, возьмем опять это прелюбодейство, да, за которое побивали камнями. Господь что сказал? Что все разошлись, да, никого нет, когда писал? Если вспоминать полностью эту, так сказать, ситуацию, то привели Господу, чтобы его уловить в чем-либо, так как бы искушать его. Они привели женщину поймана прелюбодействие и сказали, она прелюбодействие поймана, значит, по закону ее надо побить камнями. Ты что скажешь? Господь сказал, тот, кто без греха, пусть первым бросит в нее камень. И все разошлись, потому что каждый в себе, обличаемый совестью, нашел грех. Может быть, такой же, может быть, там чуть меньше. И тогда какое право он имеет осуждать эту женщину, если он сам в этом, так сказать, замешан? А есть даже такая версия, да, кто-то рассматривал, что Господь, он же писал что-то на песке, а что непонятно. Есть, есть версия, что Господь писал, грехи их писал, и они обличаемые уходили. Да, 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 там есть такой момент, что он, слушая их, не поднимал глаз, а писал на песке какие-то слова. Некоторые говорят, что он писал грехи каждого из этих людей. И такая ситуация описана в Евангелии. Посмотрите. И когда они все разошлись, он поднял взгляд на женщину,
Он говорит, ну где твои осуждающие? Она говорит, их нет. И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши. Иди и больше не греши, потому что Господь знал, что она согрешила. И он ей сказал, иди и не греши. А в другом месте он сказал, дабы не было тебе еще что хуже. Это уже... Да, несколько раз да, Господь да, говорил, да. Поэтому здесь мы видим любовь Бога к своему творению, к человеку, которая, естественно, изливается во всех и заповедях в том числе, и во всех различных таких вот интерпретациях этих заповедей евангельских. Мы видим, что Господь ее углубляет, расширяет из плоской законнической формулировки, вот А, Б, В, Г. Нет, он дает ей осмысление правильное, которое ее оживляет, эту заповедь, и приводит к переосмыслению, потому что фарисеи и первосвященники к этому относились по-законнически, схоластично. То есть нету духа в их исповедание заповедей Божьих. А Господь им всем показывал, потому что он не одну эту женщину в субботу исцелил, он многих исцелил именно в субботу, специально, да? В субботу показывал. Там есть сухоруки, там исцеление Сухорукова. Сначала они по полю шли, да, с колосьями. С колосьями, да. Есть ситуация, когда сами апостолы проголодались, шли через поле и стали рвать колосья и кушать их. Ну, они, наверное, еще молочной зрелости были, значит, семена пшеницы. И тут фарисеи аж подпрыгнули от радости и сказали, вот они грешат, видишь, в субботу они нельзя собирают, нельзя ни в коем случае. Ну, Господь им ответил, что господин субботы – сын человеческий. То есть я, тот, кто установил субботу, я. И вы мне чего-то пытаетесь указывать еще? Да, то есть он сначала как бы вот защитил своих учеников, получается, да, сначала они на него напали. Он объяснил, что да, и царь Давид нарушал, и священники в алтаре в субботу тоже нарушают эту заповедь. Они же раньше тоже сами дрова, они же работают. Там. Ну, вот сейчас священник, самый тяжелый день недели для священника – это воскресенье, да, седьмой день недели, когда мы все должны отдыхать. Ну, по заповеди. То есть воскресенье, то есть суббота у нас после воскресения Господа да, стала воскресенье. Да, у нас сдвинулась вот эта неделя, те же семь дней остались, то есть, которые Господь то есть и заповедал. Почитай, шесть мы дней. Почитаем, да, шесть дней мы работаем, седьмой день посвящаем Господу. Но если раньше суббота была седьмым днем, сейчас подвинулась, отсчет стал с другого дня, и седьмым днем стало воскресенье, которое раньше было первым днем недели. О чем мы и читаем, что в первый день недели пришли на гроб и увидели гроб, значит, отверстием и Господь воскресшим. То есть в первый день недели. То есть для них был первый день недели простым рабочим днем, а после воскресения Христова он не мог быть оставаться простым, естественно, он стал воскресением, более высшим, чем суббота. Почему? Потому что суббота – это память о сотворении всего мира и человека. Да? И суббота и у нас сохраняется память, и мы в субботу-воскресенье не работаем, да? Если брать мирские традиции. Значит, то есть... Ну и даже Великий пост, суббота тоже пост такой и Великий пост, суббота-воскресенье смягчается, постничество, да, более такие изысканные блюда можно кушать. То есть мы видим, что субботу мы почитаем по-прежнему, как память о сотворении мира. Но как сотворение мира, оно привело к падению человека, да, к грехопадению и к смерти, вошедшей в жизнь человека до этого бессмертного существа, то тогда что выше? Воскресение, когда человек опять восстановился в своем бессмертии, и когда падшее естество человеческое было восстановлено божественным воскрешением, конечно же, по сравнению с сотворением мира, это намного выше. Поэтому воскресенье стало главенствующим днем в неделе уже православного, так сказать, христианства. Ну, не только православного, но и католического, и протестантского. Да, прежде чем продолжим нашу разбирать притчу, да, вот как принято вообще, как положено, чтобы не нарушать заповеди Господни и нам проводить воскресенье? Ну, очень все просто, предписания простые и ясные.
Я думаю, всем они известны, что посвяти Господу седьмой день. Да, не работай, не надо ничего делать в воскресный день. Все, что вы сделаете в воскресенье, оно все пойдет на смарку. Мне один из наших прихожан даже рассказывал, так сказать, сам над собой ухмыляясь, что вот, да, что-то я не подумавши, ну, просто вот, как говорит, замылился, да, взгляд и забылся, да, в воскресенье поклеил обои. Ну, вот поклеил, поклеил, они отвалились через 2 или 3 дня, просто все от стен отлипли, и все. А тогда я понял, что действительно, ах, я же в воскресенье их клеил-то. Ну, вот выпал он из, так сказать, череды дней и не соблюл. И потом он поклеил все то же самое дело, но в нормальный день ничего не отклеилось, все хорошо. Также и там и огородные дела, кто-то по воскресеньям пытается там сажать что-то, а потом что-то, говорит, то червяки съели, то что-то засуха, то что-то не опылилось, то заморозки какие-то. Ну, вот одно за другим, что-то ничего не растет. Так в воскресенье не надо работать на огороде. Тогда и будет благословлен ваш труд, тогда принесет плоды. А без благословения Божьего наши труды, они бесплодные. То есть мы в воскресенье работать не должны, это первое. Второе, мы в воскресенье должны посвятить Господу и исполнению Его заповедей. Если мы читаем Евангелие, мы видим, что Господь пришел послужить человеку. И если мы не идем в храм напрямую, да, не приносим Господу свои молитвы в храме, может быть, причащаемся, исповедуемся, ну, или хотя бы просто посещаем Дом Божий, да, сам ведь Христос. Но когда человек начнет посещать Дом Божий, он вместе со всеми, он начнет начнет потихонечку, да, все это исполнять. Да. Ведь мы, почему Дом Божий надо посещать? И сам Господь Иисус Христос посещал Дом Божий, то есть тот самый храм Соломона, и говорил, что Дом Отца Моего, Дом молитвы наречется. Вот это в Евангелии написано. Если Христос ходил в храм, то уж мы-то что, не должны, что ли, ходить? Мы что, святее Христа? Ну, такого быть не может, это безумие. То есть он ходил, а мы не ходим. Это как-то глуповато звучит. То есть это второе. И третье, если мы не можем ходить, но посвятите тогда домашней молитве, каким-то делам милосердия, то есть посетите кого-то из ваших, может быть, родственников, близких, знакомых, которые нуждаются в чем-то, какой-то подарочек принесите, просто позвоните человеку в уныне находящемуся, чтобы он просто выгорелся, ему легче станет от этого. Любые дела милосердия в воскресенье не то что разрешаются, они приветствуются, это тоже богоугодное дело, о котором Господь говорит, да, не жертвы хочу, а милости. Да? То есть, если мы милость приносим в воскресенье, мы служим Господу. А до какого часа распространяется? То есть, например, ну, большинство из нас, наверное, то есть перед рабочей неделей там специально заготавливаются по вечерам, там, кто-то моется, наверное, да. Ну, может быть, там, может быть, и стирает, например, единственный там выходной в неделю, да. То есть, это там до какого-то определенного времени, там, после там 7 вечера можно дела делать. Ну, общий церковный, так сказать, круг, дневной круг, он начинается вечером, в 5 вечера. Вот если вы до 5 вечера провели воскресный день богоугодно, то с 5 вечера вы уже, это уже начало понедельника. То есть с субботы вечера надо готовиться к такому? С 5 вечера субботы до 5 вечера воскресенья мы должны посвящаем Господу. То есть посвятить Господу. Вечерние. Да, да, мы сходим и на вечерние службы, если есть возможность, или там молитвочки почитаем, или книги духовные почитаем, или еще что-то сделаем доброе вечером. И днем также сделаем. А вот с 5 вечера воскресных уже можно готовиться к понедельнику свои дела делать. Думаю, это важно. Вот вернемся к нашей вот истории, да. То есть в одной из суббот Господь учит, проповедует, и в это же время там находится женщина, болящая 18 лет, как она говорится, согбенная, да. Что же за болезнь у нее была? Ну, в Евангелии не уточняется болезнь. Сказано только, что она была согбенна, скручена, да, бесом. Именно бесом. То есть не болезнь, а вот там был момент, когда
кровоточивая женщина подошла. Там не бес, а вот у нее просто кровотечение шло тоже много-много лет. Она никак его не могла остановить, никто из докторов ей помочь не мог. И прикосновением к краю риз, ну, то есть одежды Господней, она исцелилась. Вот здесь оговорено, что именно бес ее скрутил так, что она не могла выпрямиться. То есть, ну, действительно, всякие бывают моменты бесовских нападок. Мы знаем, что, ну, например, также в Евангелии описаны случаи, когда отрок там падал, пену испускал, весь был, оцепеневал. То есть бес, он различные воздействия на человеческий организм может оказывать по мере греховности человека и по мере попущения Божия вот нападкам бесовским. Есть бесноватые люди, которые даже сдвинуться с места не могут, когда бес вот на них так сильно ополчается. А до пришествия Господа Иисуса Христа, наверное, вообще был подвержен миру весь вот этим? Да, конечно же, мы понимаем, что только Господь нас освободил из-под полной власти бесовской. То есть мы, верующие в Господа, те, кто крестился, те, кто причащается, исповедуется, мы освобождены от такого насилия бесовского. А те, кто этого не сделал, они, конечно же, продолжают оставаться в бесовском таком плену, но все равно не в той степени, что было до пришествия Христова. Ну, до пришествия. Тогда они как бы в ад все шли. Все, даже праведники. Ну и мы помним, что творилось до потопа, как человечество жило допотопное, просто, ну, ужасающие грехи, которые Господь уже не мог терпеть, и просто всех уничтожил водой, полностью, так сказать, покрыв весь земной шар потопными водами, и просто смыл всех. И они все утонули, осталось только вот одно семейство праведное, Ноя. А вот вы уточнили, да, что вот женщина кровоточила, вот у нее своя болезнь была, вот здесь конкретно указан дух немощи, да, был. А вот разве не все ли болезни от бесов? То есть наше тело-то стало вот болезненным как раз вот после того, как согрешили? Ну, самая сильная болезнь человеческого естества – это смерть. И эта болезнь, конечно же, всеобщая, мы все ей подвержены, и она началась в раю, когда наши праотец и праматерь, Адам и Ева, нарушили единственную заповедь Божию, послушались сатану, искушающего их, и таким образом сатана нарушил, то есть мы нарушили заповедь Божию, а сатана нарушил наше естество, то есть мы стали подвержены смерти. Из бессмертных стали смертными. И вот это семя тленное, оно в нас присутствует в каждом поколении, из рода в род переходя. И мы так или иначе этой болезни смертной заражены от рождения. Ну, а кроме этой болезни еще добавляются различные заболевания, менее, так сказать, или более сильные по той или иной причине, по попущению Божию. То есть кто-то болеет какими-то своими недугами, кто-то другими недугами болеет. И у кого-то они излечимы, у кого-то неизлечимы, у кого-то наследственные. То есть из поколения в поколение передаются недуги. То есть не только тело, но и душевные тоже недуги. Это все, да, и это все поражение от бесов происходит. То есть даже апостол Павел говорил, мне дан сатана уязвлять мое тело, дабы я, ну, не гордился. То есть у него очень сильно болела голова. То есть, может быть, давление было, может, спазм, может, еще что-то, если брать, так сказать, медицинские термины сегодняшние науки. Но на тот момент это неизвестны были такие моменты. Но вот голова у него сильно болела, и он признал, что и меня сатана постоянно мучает, чтобы я не гордился. То есть мы видим, даже апостолы подвержены были болезням. И это, конечно же, попущение Божие, чтобы мы все памятовали о том состоянии, в котором мы все пребываем, о состоянии греховности. То есть и болезнь, она напоминает нам и о смерти. И, ну, любая болезнь – это преддверие смерти, да, то есть как бы маленькая частичка смерти, которая в нас присутствует, и которая может в любой момент перерасти в полную смерть. Соответственно,
Из этого мы берем свое смирение. То есть, если мы видим, насколько мы болезненны, мы понимаем, насколько мы греховны. Если мы понимаем, что мы болезненны, немощны и греховны, то мы чем нам гордиться-то? Нам гордиться-то и нечем. Мы смиряемся. И смирение – это уже одна из добродетелей, которая Богу угодна. Вот таким удивительным образом Господь каждому из нас дает возможность приобрести одну из христианских добродетелей, если мы не впадаем в уныние, потому что по той же причине, что один человек может приобрести смирение, другой человек от болезней, от немощи, он в уныние впадает. И злобиться может, да? И злоба возникает, и уныние, кто-то даже там до суицидных мыслей доходит. То есть, как опять же апостол Павел сказал, спасающимся все во спасение, погибающему все в погибель. Как бы Господь ни старался спасти всех нас, кто-то воспринимает его помощь, и это ему идет на пользу, а кто-то не воспринимает помощи Божией, и это ему идет во вред, в погибель. Как в начале синагоги, да? То есть, когда Господь исцелил эту женщину, да, прямо на его глазах, то наверняка же она к нему и подходила, к этому начальнику синагоги, тоже просила каких-то молитв или еще что-то. Я думаю, она там была постоянным, так сказать, прихожанкой этой синагоги, потому что... Господь одним словом ее... Да, потому что, ну, наверняка этот... архисинагог знал ее, и он, ну, чужих бы, наверное, он не пускал бы. И в любом случае, даже если он ее не знал, то видя такое явное чудо, когда человек скрюченного просто словом и наложением руки исцеляет у него на глазах за секунды то, что невозможно исцелить ни одним... 18 лет. Да, 18 лет ни одним врачебным действием не исцелялось. Ну как к этому отнестись? Только как к чуду. И мы видим, что такое чудо, которое у одних людей вызвало веру, а значит спасение души, у архисинагога вызвало озлобленность, зависть, ропот и еще и ругань на всех. Чего вы тут, так сказать, пришли исцеляться? И самое, что он давай... не Господу это сказал, да? Да, он всем... Да вы что тут в очередь построились исцеляться, что ли? У нас воскресенье, сегодня суббота, да. По субботам не исцеляем, да? Приходите то есть, в другой день, то есть, да. Ну, понимаете, настолько глупо звучат его фразы, если не смотреть в глубину его души и не увидеть там зависть, неверие, озлобленность и прочие гордостные проявления его личности. То есть мы здесь на Господа он не мог, так сказать, слово молвить худого, потому что он явно видел чудо, он понимал, что ну, он совсем потеряет в глазах людей авторитетность свою, если он Господу скажет, что ты тут исцеляешь, ну, это совсем было бы глупо. Поэтому он излил свою злобу на людей. Чего вы исцеляетесь? Не чего ты исцеляешь, а чего вы исцеляетесь? То есть, ну, как-то вот с людьми проще, да? Вот это в этом вся человеческая натура греховная есть. То есть здесь он проявил себя как неверующий, к сожалению. А что за дух немощи, вот, который согнул женщину, скрючил ее? Ну, так как у бесов очень много, так сказать, разновидностей бесовских, то есть кто как воздействует, кто воздействует на мысли, кто воздействует на чувства, кто воздействует на какие-то органы, так сказать, телесные. Здесь вот мы видим, что такое было воздействие на мышечную, наверное, структуру тела, что она не, от спазма этих мышц, ну вот как сейчас есть дети с гиперактивными функциями мышечными, то есть они аж на мысочках ходят, и их вот, чтобы успокоить, они вот как каменные такие все. Вот здесь, возможно, какое-то одно из таких же действий бесовских, что она не могла поднять голову, она смотрела все время в землю, то есть она была, как говорят, буквой Г все время. Да? Вот это тяжелейшее, конечно, такое вот испытание, но она веры не потеряла, и после того, как была исцелена, прославила Бога. Удивительно. И здесь, да, Господь встретил ее вместе молитвы. Да, и она пришла. Наверняка она не первый раз приходила в синагогу и просила, да, и молилась. Господь сам позвал-то. Да, и мы в других местах мы видим, что либо сам, там, ну, допустим, в Артемии, с Антимии слепой, он сам кричал: «Господи, да, дай мне прозреть».
Нет, и по его крикам Господь остановился, его позвал и исцелил. Большинство, да, случаев, да, когда звали. Когда звали. В других случаях, когда через крышу опустили расслабленно, он молчал, но там просили за него те люди, которые его принесли, друзья, на этом одре. Да. Друзья, товарищи, по их вере Господь дал. А здесь никто его не просил, она сама не просила, но он почему-то ее позвал из толпы и исцелил. Значит, она просила, но мысленно, в душе молилась. То есть не вслух кричала, а мысленно по смирению своему просила. Но Господь слышал. Но Господь, Он смотрит не на лица, а на сердца человеческие. Поэтому все, что происходило в ее душе, Он видел. И Он, продолжая разговор с ней мысленный, Он его уже озвучил, так сказать, вызвав из толпы. Апостол показал Фанайл, для, да, всех. Да, то же самое, да, принцип, как же, как Господь апостол Нафанаил призвал. Я, говорит, видел тебя еще сидящим под деревом, и после этого Нафанаил воскликнул: ты Господь, Бог мой, да, ты Мессия, да, Спаситель. Почему? Да потому что в этот момент Господь сказал: я видел тебя сидящим под деревом и размышлявшим о Спасителе, о Мессии, как его найти, когда же будет пришествие его, как народ израильский будет спасаться. То есть он, Нафанаил, еще до того, как его позвал другой апостол к Господу, сейчас уж не помню, кто из апостолов его призвал, но тем не менее вот он... По-моему, Андрей Первозванный. Или Филипп, наверное. Или Филипп, Филипп, да. И, соответственно, что получилось-то? Удивительно, Господь его обратил, он, Нафанаил подошел, он не верил, что это Мессия, но пошел посмотреть. И когда Господь сказал: я видел твои мысли, и как ты искал Мессию, все он сразу, да, уверовал сразу же. Да. Это было достаточно. Он убедился в пророческом, прозорливом таком опыте Господнем, общении с его душой. Это дорогого стоит. Почему такая цифра 18? Она что-то значит? 18 лет страдала женщина от болезни. Ну, самая основная версия, что 18 можно разложить на 10 и на 8. Да? То есть 10 заповедей Божиих, 8 – это число, указывающее на вечность. Ну, восьмерка – это так вот, знак бесконечности, только вертикально. Да? То есть здесь мы живем седьмой, так сказать, до 7 веков, которые здесь, в этом мире, 8 век, век будущего уже мира, будущей жизни, куда мы переходим, он уже вечностью является. Поэтому тот, кто совершает и исполняет заповеди, 10 заповедей, тот пребывает в вечности, в жизни, в 8 веке. То есть вот это здесь как бы так зашифровано в 18 годах. Случайности у Бога нет. А есть какой-то вот смысл в том, что, ну, всегда есть смысл, да, то, что Господь не только словом, но еще возложил руки на вот женщину? Ну, конечно же, мы понимаем, что Господь ничего случайного не делает. Если Он возложил руку на нее, значит, это было необходимо. Как Он, ну, например, одному из слепых Он сделал брение из слюны своей и пыли придорожной, и смазал, так сказать, ему это тоже было не случайно. Так и здесь. Он словом сказал, что женщине, что она исцеляется от духа бесовского, может, освобождается. Быть, да, что душу, да, исцеляет как-то? Ну, как бы два естества, человеческое естество, оно из двух половинок состоит, из души и тела. Да? И, соответственно, к душе пришли слова Бога, исцеляющие душу от беса и повелевающие, так сказать, бесу отойти, а душе этой женщины исцелиться. А тело, прикосновение божественной руки, оно внесло ту благодатную исцеляющую силу, которая через это прикосновение к ней пришла. Ну, как сейчас, чтобы
там, священника рукоположить. Да? Также епископ накладывает руку на главу кандидата в священники и читает молитву. Через это рукоположение появляется новый священник, то есть рождается священник в этот мир из диакона, также и с диаконом. То есть вот рукоположение, оно имеет огромную роль в жизни церкви до сих пор. Да, у нас завершается передача, к сожалению. Одна минуточка, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Продолжается пост, не забывайте об этом, старайтесь все-таки поститься и про воскресный день помните, соблюдайте его. От этого вам Господь пошлет особую благодать за соблюдение и этой заповеди своей. Помоги вам, Господи. Благодарим вас, отец Евгений, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания.